Футбольные трагедии продолжают оставаться отличным подспорьем для любителей подзаработать монеток в FIFA. И это уже стало печальной тенденцией, когда игроки в FIFA пытаются спекулировать на карточках футболистов, которые уходят из жизни. Не стало исключением и гибель турецкого футболиста Ахмета Чалыка, который ушел из жизни в начале этой недели в результате ДТП. FIFA 22 поступила уже привычно для себя в подобных ситуациях и выступила с заявлением о скорби, и объявила, что карточки Чалыка исключаются из паков. Но тем самым EA только подогрела интерес к ним. Об этом печальном событии узнали многочисленные геймеры, которые не следят за футбольными новостями. И это привело к появлению традиционной позорной схемы. Карточка Чалыка до трагедии в среднем стоила до 1000 монет на всех платформах. Но тут же после гибели ее цена стала взлетать до 10 тысяч. Любители грязной наживы стали снайпить ее, находя на рынке предложения от игроков, сливающих ничем не примечательное серебро. И затем уже перепродавали карточку погибшего игрока в 10 раз дороже. Проворачивая такую манипуляцию несколько раз, такие дилки поднимали себе неплохое количество золотишка. Что интересно, спрос и цена на карточку Чалыка продолжают держаться на высоком уровне. На момент создания этого ролика ее цена находится в пределах 7-8 тысяч. Но на рынке все так же присутствует немало жаждущих продать ее за 9900. Не знаю, как вам, но лично мне такой способ заработка монет кажется максимально мерзким. И это явление, увы, сопровождает в FIFA каждое печальное событие, случающееся в футбольном мире. Ахмет Чалык погиб утром 11 января в дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла в 9 утра по местному времени. Футболист не справился с управлением, и его машина вылетела с трассы. Чалык получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Больше подробностей о случившемся должно дать специальное расследование, которое ведется турецкой полицией. Чалык находился в автомобиле один, поэтому больше никто не пострадал. Ахмет ушел из жизни в возрасте 27 лет. Его последним клубом был Конья-Спор, где он был основным центральным защитником. В текущем сезоне Чалык провел 18 матчей в чемпионате Турции. Ранее он выступал за Галатасарай, с которым становился чемпионом страны, и Генчлербирлиги. На счету защитника 8 матчей в составе сборной Турции. Вместе с национальной командой он ездил на Евро 2016, но провел весь турнир в качестве запасного. Вечная память Ахмету, берегите себя и своих близких.